с вами двигаемся дальше, и здесь вот уже мое, да, мой выбор. Это ботинки женские Лен, лот номер 4. Вот я, например, для себя их выбираю в темно-синем цвете. Почему выбираю? Потому что, ну, обожаю удобную колодку. Самое, конечно, основное в нашей обуви – это удобство, да, чтобы ножка располагалась внутри комфортно. В моем случае ножка просто отдыхает. Плюс большой этих ботинок – то, что это натуральные материалы. И выборы, в моем выборе, вот то, что я держу в руках, это натуральный спилок. Также у нас еще внутри натуральная шерсть. Давайте вот на своих ботиночках как раз вам покажу. Тоже делаю акцент, что натуральная шерсть у нас белого цвета, то есть ножки не красит, ваши носочно-чулочные изделия останутся все в неизменном виде. Посмотрите, что здесь у нас увеличенная 9-я полнота, но визуально не видно, очень аккуратная колодка. На ноге сидят, я бы даже сказала, идеально. Есть танкетка, которая еще и устойчивая. Ну и, конечно же, цена только сегодня 3999 рублей за обувь от бренда Дершпур, полностью из натуральных материалов. Шикарное предложение, которое будет еще дополнительно согревать вас до минус 30 градусов. Представляете, если вы где-то живете в северных регионах, вам надо выйти, например, на улицу, ну, сходить в магазин за хлебом, на улице невероятно холодно, вы можете выбрать вот такие ботинки Элен для себя. Во-первых, стильно, красиво, аккуратно смотрится. Еще раз хочу вам показать. Вот в руках я держу бежевый цвет, красивая окантовка из натуральной кожи. Оттеняет, конечно же, да, сочетается шикарно с, вот, с декоративными строчками. Посмотрите, пожалуйста, на качество выполнения. Кстати, хочу сразу отметить, что это производство этих ботинок у нас было в России. 3999 рублей. Мы с вами поддерживаем отечественного производителя. Посмотрим с вами на потрясающую натуральную шерсть. Кстати, все материалы, которые используются в этой коллекции, они тоже у нас полностью произведены в России. Давайте с вами посмотрим на цветовую гамму, что уже у нас остается. Итак, черный цвет, он у нас в двух модификациях. Сейчас вы видите, модификация натуральный спилок. Есть еще и натуральная кожа, это для практичных женщин. У нас все цвета и все размеры еще есть, 36 по 41. Выбираете размер в размер. Бежевый мы только что с вами разглядывали в моих руках. И есть еще темно-синий, который я выбираю для себя. Вот этот синий цвет, кстати, мне кажется, очень хорошо будет сочетаться с джинсом. Если вы предпочитаете в своих образах использовать, да, такие джинсовые материалы, то, пожалуйста, это ваш вариант. Женя наша выбирает вариант из натуральной кожи. Посмотрите, действительно немецкая практичность. В данном случае легкий уход, потому что просто обработали влажной салфеткой либо влажной тряпочкой, чтобы они выглядели вновь очень красиво и стильно. До минус 30 градусов. Цена только сегодня 3999 рублей. Если оплатите банковской карточкой, то тогда они будут стоить 3799, еще дешевле. Кстати, обращаю ваше внимание, что вы можете оплатить долями каждые 2 недели по 25% от стоимости покупки, если она у вас как раз 3999 рублей, то есть как раз ботинки Элен тот самый вариант. Здесь у нас с вами еще и безопасная подошва, безопасный протектор, безопасный материал. Я часто рассказываю вам, что очень важно подобрать именно материал, из которого сделана подошва зимняя, потому что, если знаете, есть такие материалы, которые на морозе сразу же накаляются, сразу же дубеют, сразу же скользят. Конечно, ни в коем случае такую обувь для зимы покупать нельзя. Если для демисезона, например, подойдет, но для низких температур уже однозначно нет. Вы же свой автомобиль, когда наступает зимний сезон, вы же его переобуваете, то есть вы же заботитесь о том, чтобы чувствовать себя безопасно на автодорогах. Естественно, когда вы выходите на улицу в таких вот ботинках, вы тоже должны себя чувствовать очень уверенно. Вот подошва у нас выполнена из термопласта, есть специальный рисунок протектора, он безопасный, будете чувствовать себя максимально уверенно. Ну и, конечно же, огромный плюс этих ботинок в том, что здесь у нас анатомическая колодка. 9-я полнота, и я вам сразу скажу, в магазинах такая полнота встречается крайне редко, если вы уже придете, например, только в специализированный магазин, где ортопедическая обувь, потому что это уже, да, 9-я полнота уже приближается к нас к ортопедии. Здесь же мы вам предлагаем элегантное предложение, красивое, из натуральных материалов. А почему я заговорила о ортопедии? Потому что очень часто у женщин, особенно возрастных женщин, есть такой недуг, как, например, вальгус, либо пальчики, так называемые молоткообразные, которые находят друг на друга, ну и за счет этого, конечно,
очень сложно подобрать и выбрать для себя обувь. Пожалуйста, здесь у нас в нашем случае 9-я полнота, увеличенная носочная часть, она довольно-таки округлая, чтобы не пережимать ваши пальчики. Все-таки мы заявляем вам, что это у нас до минус 30 градусов, однозначно вам должно быть тепло, уютно и комфортно. Уже более 70 пар, даже уже практически 80 пар уже продано, вы видите, мы включили обратный счетчик. Дорогие наши телезрительницы, цена только сегодня 3999 рублей за потрясающую пару ботинок, которая будет согревать ваши ножки до минус 30 градусов. Вот, кстати, про натуральную шерсть мы с вами еще и не поговорили. Давайте посмотрим на ее великолепную фактуру. Во-первых, хочу сделать акцент, что даже язычок в нашем случае утеплен той самой натуральной шерстью. Полностью весь периметр ботинок утеплен. Давайте достанем с вами стелечку. На нее тоже посмотрим. Кстати, бренд Дешпур и стельку полностью утепляют у нас той же самой шерстью, что тоже очень хорошо. Во-первых, такая шерсть очень мягкая, приятная на ощупь. Если вы носите обувь на тоненький носочек, то будет приятно контактировать с вашей стопой. Такую стелечку можно всегда заменить на ортопедическую, достать в гигиенических целях, освежить. Например, вам можно будет расчесать вот этот мех, чтобы он снова стал такой мягкий и пушистый, чтобы когда вы обувались, вот прям, знаете, вот эта мягкость встречалась вас. Действительно, в такой обуви ваша ножка будет отдыхать. Но еще что самое важное, что ваша ножка обязательно будет утеплена. Вы представляете, минус 30 градусов. Понятно, что у нас такие зимы даже, в принципе, редко бывают. Обычно у нас температура минус 15, ну да, минус 20 доходит. Но, тем не менее, вам в любом случае уже очень тепло. Мне, кстати, очень нравится высота этих ботинок. Давайте сделаем на этом отдельный акцент. Потому что не все женщины у нас предпочитают для себя, например, элегантные высокие сапоги. Почему? Во-первых, не все женщины могут обуться в эти сапоги, потому что не позволяют объемы ножек. А во-вторых, некоторые женщины водят автомобили практически, да, половину своего рабочего дня проводят в автомобиле. Вот такая высота ботинок для таких женщин очень даже удобна. Ну и в принципе выглядит очень стильно, выглядит очень необычно, выглядит очень достойно и хорошо. Посмотрите на образ нашей Евгении. Вот также вы можете сочетать эти ботинки в своих также одежных предпочтениях. Итак, нам поступают отзывы от наших дорогих телезрителей. Сейчас отзыв у нас из социальной сети ВКонтакте. Марина Львовна из города Воронеж. С удовольствием покупаю обувь на вашем канале уже не первый год. Особенно мне нравится обувь от бренда Дершпур. Очень достойное качество, удобная колодка. И, видимо, мы просто не дочитаем этот отзыв в виде, и модели, которые в обычных магазинах стоят намного дороже. Вот здесь, кстати, Марина Львовна очень правильно подметила. И вы подумайте только, если вы приходите в магазин в офлайн, например, где-то в торговом центре, и встречаете подобную пару обуви из натуральных материалов. Я сейчас делаю акцент на то, что из натуральных материалов, из натуральной кожи и с натуральным спилком внутри.